Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды. Заберем свои ежедневные награды. Раз и два. Здесь заберем ревард. Так, подожди, не то. Хотя, колоду надо открыть. И нам выпадает змейка Вьюн. Окей, он у нас полностью прокачан. Так, забираем здесь ревард. За серию испытаний. Так, сейчас мы с тобой пойдем сделаем бои. Но перед этим я хочу зайти вот сюда. Так, пусто. Ничего мы приобрести не можем. А здесь как раз можем. У нас с тобой 125 жетонов. Так, погоди, что ты тут хочешь уже покупать без меня? Так, мы с тобой договорились копить на Дони. Так, ну что, приобрели? Приобрели. Остается еще 50 монет. Так, а здесь у нас 715. Вау. Ну что, друзья мои, покупаем с вами Микеланджело из видения. Давай. Так, а прокачать мы его, наверное, не сможем, да? Или как? Сможем. Друзья мои, сможем и будем. И он получает у меня четвертую золотую звезду. Плюс новый скилл. С чистого листа. Майки концентрирует свою энергию, находя покой среди деревьев. В начале хода есть вероятность 10% восстановить 10% от максимального здоровья. Вот оно как. Ну, типа медитация. Так, и заодно поднимем уровень до 45-го. Вот так. Идеально. Так, забираем здесь награду. И теперь, кого мы будем с тобой прокачивать? По-моему, у нас Джастин до сих пор еще, да, на повестке дня. Поэтому давай смотреть навыки. Вот это вот 10 ящиков с инструментами. Ну что, поехали, будем искать. Так, здесь не повезло. Один нашли. Да ладно, вы серьезно, что ли? Второй. Так, пока только два ящика. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой, вот, совсем другое дело. Седьмой. Восьмой. И еще два ящика. Девятый, последний. Последний, давай, десятый, все. Норма. Ну что, прокачиваем до шестой ступени щупальцу. Так, и дальше нам остается сделать ему пассивочку. Вот это он, да, первобытный бульон. Искры из глаз и, конечно же, запах изо рта. Но это все уже будет потом, ребят. Так, ну что, сегодня у нас с тобой арена и испытание, конечно же. Так, давай смотреть, что у нас на арене, где меня держат в Лиге Сёгунов 3 звезды. Слушай, меня не сбросили. Я думал, меня скинут вообще там, не знаю, куда-нибудь в самурая. Нет, я довольно неплохо сижу. Так, ну давай тогда начнем. Выберем с тобой, наверное, Логана. Поехали. Так, здесь нет. Мы берем с тобой Леонардо. Подожди, а почему Леонардо? У Саги тоже нам понадобится. И будем отыгрывать, наверное, с тобой 50 уровни. Так, здесь у них есть Микеланджело. Но я думаю, что, ребята, он упадет. Он же у нас ватный? Ватный. Так что давай проверим, насколько он мягкотелый. Так, у Саги делает вертушку и... Солидно. Я могу сделать вот так, смотри. Ну, видишь, постепенный урон его забрал с собой. Ну, а мы с тобой получаем... Какое местечко-то? Давай, покажи мне, пожалуйста. Я думал, сейчас в мастера перейдем. Нет. Шестая позиция, пятая даже. Тогда продолжаем с вами бой. И возьмем, наверное, Игоря. Игорек. Он тоже в Лиге Сёгунов находится. Так что нам надо его бомбить. Мы-то сейчас с тобой уже в мастерах окажемся. И ничто с этим никто не сделает. Никто нам не помешает. Хотелось бы, конечно, в Лигу мастеров 3 звезды. Но вряд ли у нас получится. Уже, как говорится, тут буст отдыхает. Смотри, как классно, да, у Саги бомбит.
и на всех повесил постепенный урон. Я мог бы даже просто пропустить ход, и они бы все один за другим погибли бы. А может быть, все сразу же, как говорится, одной секундой. Ну что, теперь мы с тобой действительно переходим на Лигу Мастеров. Пока одна звездочка, и местечко у нас с тобой 98-е. Мало, ничего не скажешь, но надо двигаться дальше. И у нас тут Ибрагим. Уже заговариваюсь. Ибрагим, собственно, персона, короче. Так, давай вот этих вот возьмем. Тут 65 уровень, ну пока терпимо, ребята. Мы с вами до 72 уровня можем драться чисто у Саги и Леонардо. Когда уже будет выше уровень, там придется брать третьего в помощники. Одного из прокачанных персонажей. Шикарно, и вертушка всех добивает. Вот так вот все это делается. Мы с тобой переходим, хотел сказать, на следующий ранг. Нет, мы переходим с тобой на новое местечко с 98-го, я думаю, где-нибудь 85-е. Может, 83-е. Нет, 85-е все-таки, да? Это в лучшем случае нам с тобой нужно сыграть 10 боев. Это 20 откатов. Опять Логан. Но я возьму Кирилла. Я возьму Кирюху. И все откаты мы с тобой потратим. Угу. Останется у нас, наверное, 3-4 откатика. Да, мы их тоже добьем. Потому что, ну, смысл от них, да? Поехали. А испытание сегодня у нас будет, ребята, на оригиналы. Да. Черепашки оригиналы. Давай-ка я вот так сделаю. Хопа. Постепенный урон я специально сделал. Не стал массовую атаку делать. Хотел посмотреть, как сплинтер отдуплится. Ну и какое место? 73-е? 72-е, понятно. Так. Паритош. Александр, вот Сашку возьмем. Возьмем Александра. Так, раз, два, три. Пока 50 уровни до сих пор идут. Но их осталось совсем немножко, и будут уже 60-е. Так, ну что, давай Лео. Точнее, Усаги. Первым, конечно же, у нас ходит Усаги. Потом уже Леонардо. Ну-ка. В принципе, неплохо. Леонардо здесь всех добьет. Блин, это мы с тобой только доберемся до Лиги Мастеров 2 звезды. Неделька-то у нас. Хотя, в принципе, время еще есть. Откатов нету. Вот с ними проблема. 58 место. И денег у нас $386. Ну, я могу взять, конечно, 10. Купить откатов. Но у нас телепорты тоже заканчиваются. Так что тут придется выбирать. Либо-либо. Так, ну что, Луиса возьмем, да? А, нет, Игорька. Игорюха, опять он, ё-моё. Мы же уже дрались с ним. Опять откуда-то вылупился. Ладно. Раз, два, три. Я думаю, сейчас так же все быстренько с тобой сделаем. Я уже просто хочу перейти на испытания. Там у нас оригиналы. Слушай, подожди, а у меня из оригиналов кто не прокачанный остался? По-моему, только одна черепашка, да? И это, по-моему, Леонардо. Или Донателло. Надо будет глянуть, потому что, ну, если честно, смысла уже фармить нету. И, кстати, смятение из другого измерения скоро тоже потеряет смысл по прохождению, потому что, ну, ты сам подумай, у нас с тобой, если будут все прокачанные черепашки оригиналы и классические, а там, в этом испытании, в смятении из другого измерения достаются только они. Ну, ты понимаешь, да, о чем я? Так что, друзья мои, скоро-скоро у нас останутся избранные персонажи, которых очень будет тяжело получить. И, соответственно, серии по черепашкам станут выходить реже. А если будут выходить реже, значит, мы с тобой эту брешь будем чем-то заполнять. Найдем какую-нибудь другую игру. Например, я сейчас играю в Драконы Всадники Олуха, да? В принципе, можно на нее сделать акцент. А можно что-нибудь еще поискать. Тот же самый Юрский парк или, например, Star Wars. Там уже определимся. А может быть, вообще трансформеры, закаленные в бою, кто его знает.
Так, ну что, мы с тобой перемещаемся на 33-ю позицию. То есть, грубо говоря, еще где-то 4 боя, да? Здесь я возьму Сашку. Александр. Нормуль. Так, персонажей пока еще хватает. Мы переходим только лишь на 52-53 уровень. То есть боев где-то 10 еще у нас светит, да? Угу. 10 боев, это как раз по 2 отката. Получается, все откаты у нас улетят. Ладушки. Зато мы с тобой попадем на солидное местечко. Там будем пока сидеть и выжидать у моря погоды. Да, будем ждать того самого момента, когда мы с тобой залетим в топ на крыльях счастья. Так, и сейчас мы с тобой 22-я. А, 20-я. Слушай, если по десятке пролетать, то получается 2 боя. Беру я Джона. Берем с тобой Джона. Тут у него нормуль. 71-й, 73-й уровень. Кстати, друзья мои, вот здесь есть большой риск. Знаешь, в чем заключается? В том, что если мы с тобой, например, сейчас не добьем кого-нибудь, то, вероятно, кому-то из наших слабых прилетит. А слабый у нас ты сам видишь, Рафаэль и Муха. Но я думаю, что вырубим все-таки мы всех. Рокстеди, падай. Постепенный урон на тебе висит. Да, тут у нас и Муха, и Кирби. Кстати, они оба могли бы подставиться под удар. Но, как видишь, постепенно урон убил Рокстеди. Поэтому двигаемся с тобой далее. Так, какое место? 9-е, 8-е? 6-е, во как. Окей. Давай-ка мы, наверное, с тобой возьмем. Ну вот, я думаю, Вальда возьмем. Кстати, такой перепад были, да, 73-й и сразу 69-й, 68-й. Скачки такие, конечно, невообразимые. Ну что же, поехали. Будем, друзья мои, бомбить. Ну, тут все проще парень на репы. Бойцы не особо сильные здесь. Так что постепенный урон сейчас повесится на всех. Кроме Донателло. Да, Донателло у нас более-менее такой сильный, и у него неплохая сопротивляемость. Ну, видишь, это ему не помогло. Ну что, мы с тобой переходим в Лигу Мастеров. Две звезды. Отлично, местечко у нас 93-й. Ну, давай хотя бы до 50-го места доберемся с тобой. Роман, и там уже можно, как говорится, успокоиться. Потому что откаты у нас все равно с тобой закончатся рано или поздно. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Как минимум, ребята, еще 4 боя. Как минимум. А то и 5. Ну что же, давай. Хотя подожди, уровень же бойцов растет, да, врагов. Скорее всего, нам, наверное, придется брать помощь. Поэтому боя, ну, 3 это точно будет. Сейчас посмотрим, как у нас пойдут дела. 50-е место я обязательно должен здесь взять. Просто обязан. Так, смотрим. 81-й уже имеется. Так, продолжаем нашу эпопею. Кого бы тут взять-то лучше, а? Я думаю, наверное, возьмем Бина. Блин, бедные мои откаты. Как же вы быстро заканчиваетесь, а? А все, тут уже пошли топовые персонажи. Так что можно вообще не волноваться. Всех с тобой подобьем. Так, поехали. Начинается у нас вертуха. Спать. Так, тихо-тихо-тихо, Усаги. Не надо буяни, пожалуйста, а? Вот начинает выпендриваться мне здесь. Все, козырно. Это был у нас второй бой, да? Я тебе говорил 3. Кстати, нам никого не надо будет брать с тобой из слабеньких. У нас остались топовые. Единственное, что на последнем бое нам, скорее всего, придется сделать небольшой добор. Потому что не хватит персонажей. Так, Преслав. Ничего себе имя какое прикольное. Преслав. В первый раз слышу. Я Ярослав, там, знаешь, какой-нибудь еще. Но Преслав. Хм.
Удивительно. Так, ну что же. Так, Майки падает сразу, по идее, да? Тут у нас морозильная кошка. Хотя, подожди, 74 уровень может еще и выстоять на ногах своих хлипеньких. Выстоял. А вот морозильная кошка упала сразу же. Так, ну и Леонардо, конечно же, тут добьет всех. Ну что, друзья мои, по-моему, у нас с вами заключительный бой именно на арене. И мы переходим уже к испытаниям. Так, давай, не жмись. Так, я тебе говорил, что нам нужно с тобой 50-е место занять. Я думаю, что сейчас, после этого боя, у нас все получится. Так, берем с тобой Сашку. Хотя, подожди, что это я, ребята, вам тут пургу несу? У нас еще довольно много персонажей. Раз, два, три. Да, еще два боя будет. Два. Так что можно не волноваться. Мы с тобой зайдем в топчик. Ой, в топчик, о чем я говорю? На 50-е место. Влетим просто-напросто. Даже будет не 50, а где-то 40-е, может быть даже 35-е. Так, ну что, давай. Лео, добивай тут всех. Быстренько кроши, как говорится, винегрет. Вот. Вы, ребята, если начинаете смотреть, да, вот именно арену, вы можете, когда она начинается, перематывать сразу ближе к концовке, да. Ну, если кому-то уже, как говорится, она поднадоела, эта арена, чтобы, как говорится, не мучить тебя, перематываешь и уже начинаешь смотреть испытания. Так, Алапекс. Кто-то себя назвал Алапексом. Остроумно, кстати. Ну, а я возьму Роберта. Раз, два, три. Да, еще будет у нас с тобой бой. Слушай, возможно, даже где-то позиция 20-30 будет, судя по всему. Кстати, 78 уровень противников. Тут есть небольшая опаска, но у нас топовые персонажи, так что сейчас Зэк бросит бомбочку. Она все-таки мало наносит урона, да, на вот в слишком высоких уровнях. Бомбочка Зэка — это ничто. Тут рулят только именно вот такие вот массовые атаки, как Усаги или от Леонардо. Ну, может быть, еще от Бакстера Стокмана прокатит. Так, и мы с тобой занимаем ячейку 33-ю. Ну все, теперь последний действительно у нас с тобой бой. Блин, возьму Алапекса тогда уж. Раз он такой настырный. Так, Лео, Усаги возвращаем и вернем сюда с тобой Бакстера Стокмана. Все, ребята, заключительный бой. Поехали. Так, Донателло, Майки, Слэш, Леонардо фильм и Бибоп. Ну, ну-ка посмотрим. А уровни какие, я не обратил внимания. Ага, 74-й, 76-й и самый... Ну да, самый большой — это 76-й. Все, ребята, расправились мы с ними. И это говорит о чем? Что с ареной на сегодня мы заканчиваем и переходим на испытание. А местечко мы с тобой получаем 21-е. Отлично. Завтра, я думаю, мы, наверное, с тобой уже попадем. Хотя откатов маловато. Завтра, я думаю, мы уже попадем с тобой в топовое место. Я на это рассчитываю. А уже как там получится, увидим завтра. Так, ну что, переходим с тобой на испытание. Завтра еще, кстати, у нас Усаги против проворства. Угу. Так, здесь у нас все пройдено, да? Ну, кроме эпизода 8, потому что я не справился по уровню. А вот это сцены насилия. Здесь у нас, ребята, оригиналы. Я, кстати, хотел посмотреть, кто из оригиналов нам нужен. Так, Рафаэль. Прокачанный. Леонардо. Прокачанный. Хм. Майки. Прокачанный. Тогда остается Донателло. В плане. И он тоже прокачанный. То есть, получается, что у меня все оригиналы. Да, друзья мои, все черепашки-ниндзя оригиналы у меня прокачаны. Ты прикинь?
все имеют 5 звезд. Остается только классика. А из классики у меня кто отстает? Давай посмотрим. Так, Леонардо классика прокачан по максималке. Так, Майки классика тоже по максималке. Так, секунду. Так, Рафаэль классика тоже по максималочке. Так, где Донателло? Так, друзья мои, остается лишь один Донателло. Да и то ему нужно всего лишь 18 ДНК. Хе. Вот это да, вот это для меня новость. Оказывается, оригиналы у меня все прокачаны. И классик остается только лишь Донни. Замечательно. Так, ну что же, тогда, по идее, ребята, здесь уже теряет смысл, да, играть в сцены насилия. Ну, поехали все равно. Все равно, как говорится, будем играть. Пиши в комментариях, друзья мои, что нам сделать лучше и как лучше. Проходить вот эти испытания, которые, в принципе, нам не нужны, или же не проходить. Тут что остается? У нас с вами основная главная задача, да? Это арена. На арене повышать свой ранг, получать осколки, да? И прокачивать уже персонажей в платиновый ранг. Ну и добывать мутаген. Все. И искать, конечно же, очень редких персонажей, типа Кренга, Супер Шредера, Пита, Шинигами, Лапекс. Ой, там их много, этих персонажей. Те же самые эти кролики. Но они у нас попадаются только, ребята, за монетки. Только за монетки, за жетоны мы их можем приобрести. Или очень-очень редко в некоторых испытаниях. Так, ну что, Кейси Джонс. Погнали дальше. Эпизод второй, ребята, на автобое. Уже ближе, когда будет у нас с тобой босс Циплак, на котором у нас вылетает игра. Там уже придется мне, ребят, самому разруливать. Потому что кто-то, кстати, говорил, что этот баг починили вместе с багом, который был у нас. Помнишь, когда мы, например, на арене выбираем персонажа, да? Я обычно на стрелочку выхожу обратно, да? А кто-то мне сказал, что обновить теперь не выбрасывает на рабочий стол. Я не знаю, я еще не пробовал. Как-нибудь за кадром я посмотрю. Если действительно починили, то это хорошо. Мне не придется вот эту вот стрелочку нажимать, типа выходить, потом заходить обратно, а просто будем обновлять с тобой в поисках какого-нибудь классного противника. Так, ну что, Донателло у нас выпал. Теперь идет Рафаэль. Эти все персонажи у нас с тобой есть, они прокачаны. Половина даже... Да почему половина? Практически все в платиновом ранге. Кроме... Да нет, они все в платиновом ранге. И Рафаэль, да, и Донателло у нас в платине, по-моему. Или я не переводил его в платине? Нет, переводил, по-моему. Леонардо, Рафаэль. А Микеланджело у меня в платиновом ранге? Я что-то вот не помню. По-моему, да. Так, ну что, тут 30 уровень. Естественно, ребята, они будут падать с одной плюшки. Сейчас у нас, когда начнутся оригиналы, именно на Донателло оригинальном, тот самый противный босс, который может глюкануть. А Донателло это предпоследний у нас, да, получается? Так, ну что, битва за ДНК на Микеланджело. Эти ДНК, ребята, мы с вами распыляем, но я уже посмотрел, сколько у меня сюрикенов. Мне хватит тут, я не знаю, целую армию ДНК купить. А как видишь, в магазине ДНК очень редко выпадает именно на того персонажа, который мне нужен. В основном это Бибоп и Рокстеди. Других я пока что-то не встречал. Так, ну что, у нас с тобой вторая волна. Блин, хочется массовую атаку влепить, да, чтобы они сразу все дуплились. Давай-ка мы, наверное, так и сделаем с тобой. А массовой атаки, как всегда, нету. Угу. У Дони была. Я ее профукал. Но тут уже нет смысла просто ее тратить.
Третья волна. Кто у нас тут? Вот, Донни и Лео. Поехали. Этот выжил, понятное дело, отложенная смерть была. И последняя волна. Вот он, первый босс. Ну, сосунок, сам понимаешь, да? Но Майки не справится. А вот Леонардо, скорее всего, да, завалит. Ну и пошли с тобой дальше. Так, у нас начинаются, по-моему, сейчас оригиналы. Черепашки, ниндзя оригинальные. Так, Микеланджело получили. И смотрим, да? Начинается Микеланджело, потом Рафаэль. И в конце уже Донателло вместе с Леонардо. Так что погнали. Уже 4 волны здесь. Нахлобучиваем. Ну, естественно, отложенная смерть. Кто бы в этом сомневался, а? Я лично не скорочка. Поэтому их бомбить массовой атакой, ну, как-то, знаешь, даже жалко. Потому что она все равно улетит в трубу. Ну, проверим. Хотя вот так сделаю лучше. О, видишь? Не собирается, как говорится, погибать. И у нас с тобой предпоследняя волна. Поехали. Вот ханорики, а. Только время меня задерживает. Так, последняя волна, друзья мои. Босс, что ли? А нет. Оригиналы стоят. Давай-ка защиту сделаем с тобой массовую. И ракеты от железноголового. Так, минус. Клан футовцы, короче, упали. И гудбай, Майки. Ну что же, отлично. Так, переходим с тобой на следующий бой. Так, это у нас было ДНК на Микеланджело. Теперь, значит, Рафаэль. Ну, с Рафаэлем тоже все будет довольно просто. 65 уровень врага. И опять эти с постепенным, да? Ой, с отложенной смертью. Так ведь? Ну, естественно, как вы вот... Как они меня бесят, а? Столько времени на них ушатываешь, да? Один удар сделать, потом второй. Еще провокацию на себя взял, а? Додумался же. Ну-ка. Донни, Донни, ну что ж такой слабый-то? А здесь у нас кто? Опять эти кланфутовцы. Ладно, давай. Не понял. Ага. Сработал. В первый раз, когда мы ударили, видимо, чуть-чуть его не добили. Вот, видишь, здесь все хорошо. Так, адьюс, амиго. Ну, Донни, ребят, слабоват. Конечно, даже не может Маузера пробить 60 уровня. Так, третья волна. Здесь у нас кто? Оригиналы? Угу. Так, я, наверное, сейчас сделаю... Блин, вот я хочу массовую атаку сделать. И, как понимаешь, у меня не получается, да? Вот, поехали. Крутим. Майки сразу упал. Подожди, там не Майки был. Там был Рафаэль. Так, Донателло очищение делает. Минус. И минус. Так, и кто у нас тут? Босс, что ли, будет? Босяра. Так, друзья мои, поехали. Суперкота. Постепенно урон не повесил. И проникающий. Все, ребята, тут у нас великолепно. Кстати, надо не забыть, что на следующем этапе, на следующем испытании, ребята, нам нужно будет, перед тем, как мы придем уже к боссу, к этому цеплаку, нам нужно будет с тобой пробафаться от Рафаэля, да, на повышенную атаку. И что же еще нам с тобой нужно? Уклоняшка нам, наверное, не пригодится. Нам все нужно будет на атаку с тобой сделать. Баф. На атаку, ну и можно, наверное, на защиту. Как-то вот так. Ну и уклонение можно влепить. Хотя это не обязательно. Там главное нанести побольше дамага. Так, ну что, цыплак, да выпендривался? Ах ты, выжил? Так, двигаемся дальше.
Массовая атака, я даже не знаю, давай попробуем. Не прокатило, да? Да, у Донателло, друзья мои, еще раз говорю, что вот эта массовая атака, именно метание сюрикенов, скилл ни о чем. Он так, если только на добивку пойдет, а вот именно как основной урон, лучше не применяйте. Особенно на высоких уровнях. Так, ну что, третья волна. Вот здесь нам нужно уже с тобой пробафаться. Конкретно. Конкретно. Так, давай вот так начнем. Ракеты. Я даже не знаю. Нет, наверное, мы не будем с тобой тратить пока. Вертушку тоже, по-моему, не будем мы с тобой тратить. Так, еще, наверное, рановато, да? Еще рановато нам применять с тобой все скиллы. А вот теперь будем. Так, Лео берет провокацию. Так, ну а мы с тобой будем бафаться сейчас. Твою ж налево, этого не хватало мне только, а? Давай бомбить. Так, пробьешь? Делаем с тобой ярость. Ярость Рафа. Это повышение атаки. Ну-ка. Есть контакт. Так, секунду. Хильнемся. Блин, он еще броню на себя повесил, ты понимаешь? Все, ребята, переходим к Басяре. Сразу же его атакуем. Прессинг лютый должен быть у нас. Так, понеслась. Опять без постепенного урона, серьезно что ли? Так, первый раз крикнул. Еще раз крикнет, ребята, и все, у нас краш игры будет. Но он, наверное, не успеет, да? Есть контакт. Фух, друзья мои. Два раза он кричит, и все, у меня вылетает игра. Но мы его очень быстренько распинали. Ну что же, остается лишь последнее у нас состязание, да? Это за ДНК на Леонардо. А вот оно. Поехали. Хоть тут будет и босс цыплак, но он уже не такой страшный. Там он хоть пускай заорется. Игра не вылетает. Так, крикуны, да? Начались. Так, массовая атака есть у меня? Смотри, что творит, а? Оу, запрет на отхил. Интересно. Ну-ка, сможешь завалить Лео? Всех. Смог. Причем в легкую. Так, здесь у нас с тобой опять кланфутовцы. А я сделаю вот так вот. Надоело на них любоваться просто-напросто. Погнали. И добивочный, да? Упс, не понял. Как это так получилось? Так, переходим с тобой на третью волну. Главное уклонение, ребята, оставить нам, да? Для последнего босса. Пока попробуем так разобрать их. Поставим с тобой защиту. Блин. Плюс провокация. Хиляться будем сейчас. Вот так. Этот берет, естественно, ребята, провокацию на себя. Так, что ты там? Ты запарил, а? Заблокировал способности? Так, ну все, наше время начало. Так, подожди секунду. Пока хиляться не стоит. Вроде бы нормуль. Добиваем Леву с тобой. Упс. Не вышло. Не вышло. Не вышло, зашибись. Да ладно. Ты, блин, серьезно сейчас вот это все? Я в шоке. Опа. Чего, блокировка исцеления? Слушай, может хватит уже, а? Или что делает? Блокировка исцеления. Тогда не имеет смысла сейчас, да, хил врубать.
Да пробейте вы этого... Наконец-то. Слушай, надо брать Рафаэлем провокацию. Все, берем. На Рафаэля повесили провокацию, ребята, и теперь будем отбивать из них дурь. Так, отлично. О, Майки, это что такое было? Я не могу понять. Нифига себе, Дуни оригинал, ты прикинь, мы его даже пробить не можем. Иммунитет. Так, вот этого надо уничтожить, а? Как можно быстрее. Зря я Дуни, конечно, отправил туда, а? Да положите вы его. Все. Так, хилиться я пока не буду. Блин, Майки, ты будешь падать? Вот, отлично. Так, а теперь, друзья мои, что нам остается? Захиляться, пробафаться, ну и, в принципе, идти к боссу. Блин, а сколько действует-то? Извини меня, это блокировка. Трындец, да? Слезла. Так, ну что, уклоняшку. Это раз. Хорошо, что не добил. Блин, Лео добивает. Ну и вот этот маузер гигантский. Блин, железноголовый, конечно, имеет мало хп. Так, хил. Шикарно. Так, попробуем бомбануть. Мимо, прикинь, просто мимо. Поехали. Так, пол хп отняли. Мимо. Ну-ка, вертушка. Должна добить. Есть контакт. Вот так, друзья мои, мы с вами проходим эти испытания. Одни за другими. Я не скажу, что есть испытания вообще на изи. Это такие вот, как, например, девичья сила. А есть такие, где вот мы с тобой встряли, да? Но опять же, мы там не смогли пройти только лишь из-за уровня. То есть уровень персонажей 85-й, а мне дают, как ты видишь, 80-й. Но здесь я тоже сам виноват. Если бы у меня был бы, например, Зек, Рокзар и Тигриный Коготь прокачаны до 90 уровня, мы бы это испытание проходили бы на изи. Так, ну что, есть ли смысл нам с тобой здесь делать фарм? Конечно, нету. Конечно, нету. А вот здесь есть. Почему, ребята? Потому что вот эти три персонажа мне нужны. Ну что, поехали, попытаемся. Три золотых осколка, семь серебряных и последний. Вот, шинигами выпало мне. Отлично. Хоть что-то нам выпало. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте можно, в принципе, и закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!